Красногорцев приглашают принять участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Оно стартует 15 апреля и продлится до 31 мая 2023 года. Сделать свой выбор можно на сайте za.городсреда.ру. Там же есть возможность следить за реализацией победивших проектов. Цель масштабного голосования – повышение качества городской среды, сделать территории более комфортными для проживания.